Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем «Фараона». И Ивана Коноплева. И Ивана Коноплева. Сами знаете, чудесный голос, ребятки. Текст красивый, музыка прекрасна. Танцевать приятно, ребятки. Молодец. Тоже со мной говорила о любви. Она молча прошу, только не ври. 350 фаренгейтов внутри. А мы починали, но не умери. Я бы сказал, поднимись и иди. Кто-то хотел бы купить этот мир. Я бы хотел умереть не пустым. Ведь я все ради семьи. На моих плечах ангелы поют, сами в унисон. Они горят они. Он же как будто Рождество. Пишешь, что текст тебе передан. Руки в воде, это рушу с собой их любую уверенность. Сделаю круг света, не демоны. Дрип так же стукнут 223-ми. Я нашел новым, но лишь душа древняя. Не мою связь оглушаться на среднее. Какой красивый голос. Второй голос очень красивый, да, ребятки? Нежные голоса. Очень нежно поют. Молодцы, ребятки. Текст хороший, молодцы. Все осознанно поют. Текст полностью, как рассказ. Как сказка, да, ребята? Не так отрывки, обрывки, да? А, текст. Шарим на белом, а на снежной бане. В городе раньше, как на автобане. Глаза полнили счастливой печали. Все, кому светил, душу тут очами. Я мне и кричал, Господь мой начальник. Шарим на этой тесте, мы не приторчали. Как мы не то здесь по кругу свечами. Шикарная музыка, шикарные исполнители. Наслаждалась, с удовольствием послушала. Спасибо, друзья. Слушаем, ребятки, следующий трек. Ребята, как талантливые, ребятки, как красиво. Вы же сами слышите, ну как красиво поют, ребятки. Та-та-та-та-та-та-та-та. Такая изюминка, да, ребятки, вот в треке, как он поет красиво, ребята. И музыка, такая классная музыка. Все шикарно, ребятки, слушаем. Умница, талантливый. Ну, молодец. Голос очень красивый. Звонкий такой, чистый, ребятки. Немножко автотюн добавлен, ребятки. Ну, это красиво, друзья.
Молодец, умничка, очень красиво, профессионально, стильно. Дальше. Перезвони, скажу на это, я буду ждать ответа. Зашитый черный пакет, чеки запали в стену. Мне выходит здесь, перезвони, я прошу. Я плюю на футболку, сейчас себя запишу. Я сдохну, сдохну без тебя, перезвони на этот номер. Так, ребятки, второй молодой человек поет. Тоже красивый голос, ребятки, да? Чистенький такой, звонкий. Ну, ребятки, о чем трек? Вы сами слышите. Какие-то неприятности. Ну, ребятки, это проходит все. Все хорошо. Слушаем дальше. Трек о любви, ребятки. Перезвони, говорит, я скучаю. Все хорошо, ребятки. Голоса очень красивые, музыка красивая, исполнение очень шикарно, профессионально, ребятки. Молодцы, танцевать можно, друзья, двигаться можно, умнички. Трек о любви, ребята. Исполнили очень хорошо. Голоса очень красивые. Немножко автотюнинг для сладости подбавили, ребятки. Музыка очень красивая. Немножко электронная обработочка. Все по-современному, все по-стильному. Ребятки молодцы. Вы талантливы. У вас все получается. Продолжайте в таком же духе. Умнички. Шикарно все получилось. Молодцы.